В апатитах стартовали работы по ремонту двора школы номер 14. Запустить процесс обновления образовательного учреждения позволила победа в губернаторской программе «На севере твой проект». Что будет сделано и в какие сроки, узнала съемочная группа «Народного». Школа номер 14 в Апатитах распахнула свои двери 1 сентября 1974 года. Апатитчане, которые учились здесь, в те годы говорят, за полвека ничего не изменилось. А если точнее, стало только хуже. Но теперь будет лучше. Заодно останется в прошлом огромная лужа, которая последние два года красовалась прямо перед входом в учебное заведение. Устранить проблему поможет решение вопроса с ливневой канализацией. В данный момент подрядчик снял старый асфальт, выровнял. И сейчас происходит процесс поднятия, выравнивания, то есть делается определенный угол, потому что вот здесь у нас будет ливневая канализация новая, в которую вся вода должна очень четко стекать. Подрядчик завез уже все практические материалы. Ремонт – дело хлопотное и громкое, но директор школы заверил, рабочие постараются не доставлять неудобств жителям соседних домов, сделают ремонт тихо и аккуратно. Сам проект, когда у нас, в общем-то, мы на него выходили, без поддержки жителей, нам было бы очень сложно выйти и победить в этом проекте. Поэтому наша задача теперь сделать все правильно, грамотно и красиво. Во дворе школы будет уложен асфальт. После планируется установить скамейки для отдыха, разбить цветочную клумбу. Так что школьный двор преобразится, притом уже в первых числах августа.